Творческая акция «Рисуют дети» проводится ежегодно с 2008 года в Международный день защиты детей или в канун праздника. Художественное состязание этого года проходит под девизом «Брест – крепость, символы мужества и славы». Название выбрано не случайно. Оно приурочено к годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому первостепенная задача творческого мероприятия – донести до детских сердец огромное значение победы наших воинов над коричневой чумой. Мы хотим, чтобы дети наши, внуки, сегодня сердцем прикоснулись к этой теме, героической тематике, и чтобы в их рисунках ожили герои Великой Отечественной войны. Это и защитники крепости, партизаны и подпольщики, фронтовики, женщины и дети. В акции мы участвуем первый раз, поэтому для нас это очень интересно. И я считаю, что такие акции должны проходить всегда, чтобы дети помнили, не забывали. И для них, как говорится, мы в первую очередь для них это патриотизм воспитываем. Это самое главное, чтобы дети помнили. Сегодня с мольбертами, карандашами и красками в крепости собралось около 70 воспитанников художественных школ и изобразительных студий Бреста и области в возрасте от 9 до 16 лет. Конкурс «Рисуют дети» предполагает 3 номинации. Эта тема посвящена защитникам Брестской крепости, участникам освобождения нашего города, области, а также всем героям Великой Отечественной войны. Я рисовала встречу ветеранов. Я рисовала, как дети радуются, встречаются со своими отцами, дедушками. Я буду рисовать картину на тему «Они всегда возвращаются». Там я буду рисовать девушку, которая встречает своего солдата с маленьким мальчиком. Они очень его ждали и плачут, аж как они будут счастливы. Я буду рисовать звезду «Великий огонь». Потому что он, значит, мужество. Я буду рисовать рисунок на тему «Они были первыми». Про то, как дедушка рассказывает своей внучке, как они воевали, и про то, как они сражались за свою родину. Что когда-то это место было, нуждалось в защите. И про то, что каждый должен любить свою родину и защищать ее. Итоги конкурса подведут завтра, 31 мая. Лучшие рисунки будут отмечены дипломами и подарками. Осенью 25 сентября их представят зрителям на выставке в честь очередного дня рождения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».